предыдущие. Результат, наверное, не очень был полезен для каждой из команд, которые сейчас на поле. Анатолий Чеботарь, длинный пас, и здесь два футболиста геотермала оказываются почему-то без опеки. Возрастные и очень опытные футболисты. И все-таки набрасывает удар через себя, красивейший у игрока геотермала. Классно здесь Головатенко увидел, что партнер может попробовать пробить. И Николай Игнат так и делает. Большими силами поддерживает свою команду. Пока Мариан Столяров ошибается, Григорий Кожакарь его пытается обыграть один в один. Так и делает, уходит в сторону, но мяч летит рядом с дальней штанги. Сейчас хотелось бы, чтобы эти команды отыгрались за тех парней и забили чуточку больше. Головатенко налево. Да, здесь, конечно, поактивнее, как Чулочи здесь. Но это скорее даже больше чутье, чем реакция. Оказался прям там, где и должен был. Даже среагировать особо не успел. Просто находился на морально-волевых. Вырвало победу, а времени у Тираспиля уже не было. Только на то, чтобы понервничать, получить красную карточку. Классный выстрел. Вот, вот это уже хороший ответ. Но это скорее даже не командные действия, а просто одно шикарное. Шикарное действие Виктора Носенко, капитана «Авангарда». Будет ли еще один удар? Нет, будет контратака геотермала. Николай Игнат может пробить отсюда, бьет в ближний угол, но выше ворот. Пока не пробует, но потому что это риск, конечно, если мяч летит по низкой траектории, перехваты, пустые ворота. Но есть прострел Мариана Столяро, Анатолий Чеботарь складывается. Чуть-чуть, вот сейчас буквально сантиметров не хватило Поповичу, чтобы добраться до мяча и направить его в сторону чужих ворот. Кожакарь, удар по воротам, Чулочи очень надежно. За пределы поля сразу же слышим свисток на перерыв. 0-0. Ну какие это были 0-0. Александр Чех у мяча. Бьет сам. Вот так. Говорили долго-долго. В итоге Попович, наверное, подошел и сказал: бей сам. Бросок на Александра Поповича. Он первый на мяче прострел, но не успел. Никто. В итоге удар по воротам. Мариан Столяров забивает. «Авангард» впереди. 1-0. «Авангард» Тираспиль забивает счет. Вот так вот. Вроде прострел шел в другую точку. Но Анатолий Чеботарь, поставив ногу, изменил траекторию мяча прямо на ножку Мариана Столяров. Михаил Абрашин. Аут. Александр Чех прострел, и Мариан Столяров успевает даже там коснуться мяча. Немножко критики было от меня. Ну а пока возможность у Александра Поповича. Почему сам не бил? А потому что сделал голевой пас Мариан Столяру. Дубль в этом матче. Будут ли спорить игроки геотермала? Да, конечно, будут спорить. Виктор Головатенко показывает арбитру, что там до этого, по его мнению, был фол на Николая Игнатьева. Очень сильно доказывает, получит ли он желтую карточку. Нет, бить по воротам. Все-таки Головатенко, конечно, недаром становится от ворота. Он, наверное, имеет какие-то возможности. И какие он возможности имеет для того, чтобы отбивать? Просто шикарно сейчас сложился почти в шпагате, при том, что Головатенко очень высокий, но это бесстрашие, правда, пока результат не приносит. Остается минута 10. Головатенко сам решил пробить. Мощнейший выстрел. Чулочи на месте. Он не спит и понимает, что сейчас нужно быть максимально сконцентрированным. Минута остается до окончания. А уже не важно. 2-0. Победа «Авангарда» над геотермалом. И борьба за все медали, кроме золотых, обостряется.